День выборов настал. На часах 7:30 утра. Дверь участковой избирательной комиссии номер 4214 еще не открыты для избирателей. Здесь проходят последние приготовления к процедуре голосования. А уже в 8:40 все было готово к началу голосования. Стационарные и переносные урны опечатаны. Избирательная комиссия в сборе. А за ходом голосования уже готовы следить ответственные наблюдатели. Все подготовлено. Мы ожидаем... я думаю, 90% явки. Когда-то хорошо поработали. Поработали мы, избирательная комиссия. Разнесли всем пригласительные, чтобы пришли все на свои участки и сделали свой правильный выбор. На участковом избирательном участке 4214 зарегистрировано 2208 избирателей. Выдано 25 открепительных удостоверений и 144 заявления принято от избирателей для голосования вне помещения, то есть на дому. После того, как члены участковой избирательной комиссии проверили списки избирателей, ровно в 8:00 голосование началось. Объявляю открытым для голосования на выборах сессии 7-го созыва депутата Верховного Совета Российской Федерации. По статистике, пожилые люди активнее принимают участие в голосовании. Они особенно ответственно относятся к исполнению этой миссии. Ведь каждый из них понимает, что значит его голос в решении будущего всей страны. Вот и на этот раз первой пришла на избирательный участок пенсионерка Валентина Киреева. День выборов для меня – это самый большой праздник. Это праздник такой, что я уже 50 лет, каждый год всегда прихожу на выборы, чтобы наша страна, наша Россия была всегда на должном уровне. Поэтому я сегодня поздравляю всех и приветствую, и хочу эту радость донести до всего нашего общества. Напоминаем, что сегодня по всей стране проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Кроме того, в нашем районе проходят выборы глав двух сельских поселений – Петровского и Целинного. В Славянском районе в единый день голосования работают 64 избирательных участка и один дополнительный на территории Славянской центральной районной больницы для людей, находящихся на стационарном лечении. Все участки закроются ровно в 8 вечера. Времени, чтобы принять непосредственно участие в жизни страны остается не так уж и много. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Специальный выпуск «Выборы 2016».